Добрый день, друзья. Мы сегодня поговорим о моей книжке «Photography and Filmmaking». Вот здесь на обложке как бы я с женой, сын и там мои модели и разные товары, которыми я торгую. Значит, я в этой книжке рассказываю, как хобби превратилось в некий приработок для семьи. Значит, там как бы в этой книжке есть мои свадебные контракты и разные контракты на фото-видеосервисы. Как бы я обсуждаю, что я бы рекомендовал бы избегать фото-видео в бизнесе. Те проблемы, с которыми я сталкивался за мою фото-видео-бизнес-карьеру, и те решения, которые я использовал, чтобы эти проблемы избежать. Вот, я рассказываю, как я печатаю имиджи в книжке, я рассказываю, как я нахожу заказы в этой книжке. Я также рассказываю те имиджи, которые я считаю необходимо иметь в портфолио, чтобы быть более-менее успешным в брании заказов. Я говорю в этой книжке о фотоидеях и обсуждаю портфолио, которое как бы может быть полезным. Я обсуждаю имиджи, которые можно сделать, скажем, осенью, имиджи, которые можно делать зимой, имиджи, которые можно делать летом, и имиджи, которые можно делать весной, то есть посезонно, что в какое портфолио может пойти. Вот, я сейчас одну секундочку.